Как Сапогов переходил в Ювентус? Алексей Сапогов провел всего один сезон в РПЛ, но этого хватило, чтобы стать легендой российского футбола. За год форвард успел дать интервью Дудю, забил в падении головой Турции и так сильно любил Ювентус, что поехал в Донецк для встречи с Антонио Конте. Сапогов отлично провел первую часть дебютного сезона, собрал все свои действия и записал их на диск. С ним он поехал в Донецк на матч Юве. Алексей заехал в гостиницу, где жили итальянцы, и попросил девушку, имевшую доступ к команде, передать диск тренеру Конте. Посмотрел ли этот диск Антонио, неизвестно. Но Сапогов ответа так и не дождался, а через год завершил карьеру. Ему было 25.